Сучасне мистецтво – це компіляція свіжих ідей, нових підходів до створення образів та картин, реалізація сміливих задумів. Його презентації та перформанси відображають його думку та передають емоційний стан творця. Тож, сьогодні на дивані митець Ренато Ортіс. Можна вам потисну руку? Радий вас бачити. Знаю, що ефір переносився у нас з вами, але те, що ми зараз у студії, це особисто для мене неймовірно цікавий досвід, адже давно хотів з вами поспілкуватися. Очень приятно. Це навзаєм. У нас попереду майже 20 хвилин. Давайте традиційно для нашого проєкту під назвою «Диван Культфронт» подивимось невеличке прев'ю про вас. Давайте? Давайте. Шановні глядачі, увага на екран. Ренато Ортіс – художник. Працює в живописі 25 років. За цей час встиг створити близько 100 робіт. З 2004-го митець активно займається організацією перформансів та різноманітних виставок. Зазвичай проводив їх просто неба, але через ситуацію в країні реалізовує ідею виставок в закритому просторі, що для художника є новим і хвилюючим. Знаю, що останнім часом доволі багато інтерв'ю для різних каналів нашого міста, для різних проєктів нашого міста. Після кожного перформанса, кожної вашої роботи вас беруть інтерв'ю, але я з вами спілкуюсь вперше. Тому можна спочатку розпочати? Перше питання. Цікаво мені дізнатися формування ваших митецьких поглядів. З чого розпочалося? Що було тією самою відправною точкою? Ну, это такой сложный вопрос, который не имеет одного ответа. Это каждый раз все по-разному случается. Впечатления, идеи, люди, события, все это служит отправной точкой, триггером, искрой. Как это ни назови, но это рождается спонтанно, в основном случайно. Ведет к каким-то размышлениям, идеям и, возможно, преобразовывается в какие-то творческие произведения, неважно какие, картины или перформансы, или просто какие-то зарисовки разных объемов, разных складов, разных сочинений, какие-то микропроизведения, может быть, поэтому очень разнообразно. Зараз, 2023 рік, на ваш погляд, це час для творчості? Всегда есть время для творчества, если есть потребность. Многие умные люди говорят, не хочешь рисовать, можешь не рисовать, не рисуй. Можешь не творить, не твори. Но у некоторых потребность сейчас отпала, у некоторых обострилась наоборот. Все зависит от конкретного мастера, от конкретного творца, от конкретного человека. Мне, например, кажется, что это очень индивидуально, и для меня это слишком подвижная тема. Один день тебе хочется делать что-то, а на следующий день у тебя опускаются руки, и ты не способен ни на что. Зрозумів. Хочу поговорити про великі ваші перформанси. Хочу уточнення. 21 рік. Монолог. Так чи ні? 22-й год – это был один. Один. 23-й – это был монолог. Полотно. Полотно. А монолог? Монолог – это была выставка. Це выставка. Ночная выставка, да. Я чув про цю виставку, але, знову ж таки, не вийшло на неї потрапити. Один перформанс на рік. Це ваш план? Чи ви не дотримуєтесь певних планів щодо реалізації ваших творчих задумів? Я абсолютно щасливий в творчому сенсі чоловік. Я существую согласно своїх колебаний, согласно своїх біоритмів. Тобто мені приходить в голову какое-то мероприятие, я его реализую. Я никому ничего не должен. Я всегда все мероприятия сочинял сам и сам их реализовывал, в том числе и финансово. Поэтому, как только я ловлю эту волну, я начинаю заниматься и реализую какой-то проект.
Ну, проект это так как-то слишком технично звучит. Каждое мероприятие, то ли перформанс, то ли инсталляция, то ли выставка, это тоже общая картина, просто очень большая. Під час ваших перформансів доволі часто є ще аудіовізуальний супровід. Над ним ви також працюєте? Чи комусь довіряєте цю частину? Різні роки було по-разному. Коли-то я приглашав музикантів, коли-то це були одні товариші, друзі. А зараз я знаходжусь в найвигідній позиції. Я знаходжусь в идеальном состоянии, потому что мы, все аудиосоставляющую всю, а она касается музыки, касается шумов, звуков, ну это целая большая сфера. Но мы делаем с друзьями, два друга у меня, они музыканты, и это просто восхитительная тема, восхитительный опыт, потому что мы чувствуем друг друга, и это дает нам широкие возможности. Зрозумів. Просто особиста моя думка, знову ж таки, від побаченого в рамках Ютубу, що воно все в одному стилі і ну, додає мистецтву певних додаткових вражень та емоцій. Ну так, да, є такий момент. Це тому, що все-таки я являюсь, как бы нафталиново это ни звучало, художественным руководителем. Поэтому все работает на одну концепцию. Согласно движению мысли движутся и визуальные составляющие, и аудиосоставляющие, также дизайн и наполнение. Допустим, если это выставка, там совершенно огромное количество составляющих, которые переплетаются. И, допустим, картина может с инсталляцией быть связана, инсталляция с перформансом, перформанс с музыкой, музыка со звуком и так далее. То есть это непростая работа. Да, ну а вже ж, розумію, що таке взагалі організація івентів, перформансів, виставок такого характеру. Цікаво мені дізнатися зараз, з якими матеріалами ви працюєте? Чи є роботи, картини, можливо, ще й інші певні аспекти вашої творчості, в яких приймають участь ті чи інші матеріали? З чим зараз працюєте? Зараз у мене творчістська спячка. Однако я пришел с репетицией своих друзей, которые сейчас работают с материалом, после прослушивания которого, возможно, я вдохновлюсь их идеями и родится какой-то визуальный образ. Но это не обязательно, потому что они талантливые музыканты, их, это Сергей Сапко, Никита Бурбелла. И они служат именно иногда, служат той искрой, из которой получается какая-то идея, которая может развиться потом в мои материалы. Но даже если это не случится, я буду оформлять их концерт, их мероприятие. И это такое совместное творчество, оно будет дополнять, я надеюсь. Він-він, да. Навіть так можна його описати, що всім добре в ситуації. Просто цікаво, що за репетиція, та який стиль музики там лунав, що, можливо, вас надихнуло? Ну, от це окрема тема. Тут теж поле доволі широке, тому що Сережа, який є композитором Сапко, він мультиінструменталіст. Сейчас они занимаются электронной музыкой. Ну, допустим, в перформансе один там звучала губная гармошка, живые барабаны. Это совсем другая история. То есть даже если я создаю, у меня есть потребность в каких-то конкретных образах, я могу даже в этом поле чувствовать себя ну, замечательно, потому что где-то мне нужен живой звук, нерв нужен, а где-то нужен технологический подход. И там тоже в электронной музыке ну, просто обширнейшие объемы возможностей. Плюс мы делаем такое, ну, как мне кажется,
Я же, когда являюсь художественным руководителем, я, работая с музыкантами, требую и ставлю для них задачи художественные. А это слегка меняет мысль, концепцию. То есть мы делаем, например, с пластинками, которые традиционно используют для скретчей. Мы делаем какие-то живые очень вещи, какие-то очень живые звуки. Ну, например, мы преобразовывали голос моей дочери маленькой. И это имеет совершенно другой нерв, совершенно другое наполнение. И это не просто скретч, а это превращается в жизнь. Зрозумів. Хотів запитати щодо спілкування з поціновувачами вашої творчості. Ви під час перформансів спілкуєтесь з тими, хто до вас вітав? Ну, во-первых, последний перформанс, который я делал, полотно, я старался его выстроить так, чтобы это был диалог. Зрители находились практически в нем. Это уже является общением. Ну, а так, после мероприятия, конечно, я открыт, конечно, я слушаю отзывы. Мне, как любому производителю, интересно, что я выдал и как люди на это смотрят. Поэтому, конечно, мне не бесполезно это послушать для следующей работы. Люди під час перформансів відразу розуміють творчий задум автора? Чи є певні пояснювання до них? Тут є тонкі такі грані, коли ти іноді йдеш на компроміс, щоб бути понятним. Иногда отстаиваешь свою точку зрения до последнего, и ты можешь попасть в неловкую ситуацию. Но в основном зритель у нас умный, зритель у нас чувственный, потому что у нас составляющая 50 на 50. Я апеллирую к чувствам больше, но все-таки хотелось бы внести какие-то философские аспекты. Мне кажется, зритель наш достаточно грамотный для того, чтобы делать свои выводы. И потом мое творчество, я выбрал для себя такую концепцию. Я не даю ответов, я только задаю вопросы. А ответы бывают самые разнообразные. То есть иногда ко мне подходит человек, озвучивает свое понимание, и оно совершенно не совпадает с моим, но оно от этого не перестает быть менее интересным. То есть я даже для себя открываю какие-то новые грани. Під час одного з інтерв'ю в рамках нашого телеканалу, це був проєкт «10 хвилин», вам ведуча поставила питання, тоді ще у нас не було комендантської години, чому вночі проходять ваші виставки? І ви сказали, що вночі люди зможуть більше побачити в них там чогось свого особливого. Як зараз комендантською годиною? Наскільки важко, чи навпаки, наскільки не важко зробити такі концепти, щоб потрапляв саме у вашу зацікавленість? Зараз це невозможно, тому що творчеська составляюча – це невеликий аспект від проделаної роботи. То есть, когда мы монтируем, например, выставку, мы монтируем ее неделю. Это стройка беспрерывная и очень объемная. Поэтому сейчас такой возможности нет. Соответственно, мы ничего не можем показать на улице. 20 лет я занимаюсь мероприятиями, и впервые я попал в такую ситуацию, когда я не могу делать на открытых площадках никаких мероприятий. Для меня это тоже по-своему болезненно, это однозначно по-своему испытание. Поэтому два перформанса мы делали в закрытых помещениях. Ну, а вам, как мы цього відкритого повітря вистачало? Не хватает. Не? Нет. Не вистачало? Мне не хватает, и это особое состояние этих всех опен-эйров заключается не только в магии открытого свежего воздуха, но еще и в общедоступности. Мой подход всегда был
для широкой аудитории, для ротозеев, грубо говоря, когда человек просто идет. Мне очень нравится уличное искусство. Я, собственно говоря, ими занимаюсь. Это то же самое, как гитарист выходит, играет и в шапку собирает деньги. Просто это приобрело довольно большие масштабы. Но философию я все-таки хочу сохранить эту. Когда это все случается просто так. Несмотря на сумасшедшие ресурсы, финансовые затраты, мне хочется, чтобы это было просто. И вот этого мне не хватает. Потому что закрытые площадки предполагают ограниченную аудиторию, предполагают какие-то контроли. Это, в общем-то, не моя философия, не моя концепция. Но в таких условиях спасибо и за это. Я вертаюся знову до вашої відповіді щодо людей, які просто можуть прийти та подивитися. Хотів запитати, під час однієї з таких закритих інсталяцій, перформансів було всього-навсього 50 людей. Хто ці були люди? Як вони туди потрапили? Та як взагалі, можливо, в майбутньому можна потрапити на ваші перформанси? Ні, ну було... В предыдущем перформансе было 150, в этот раз 200. В одном из пабликов было написано 50 осіб, все. Можливо, там 150. Это не соответствует. Ну, это, собственно говоря, сути не меняет. В то время, как на выставке на ночной приходят тысячи людей, это, собственно говоря, не играет роли. Да, эти мероприятия были закрыты с конкретным ограниченным количеством людей. И если первое, не я управлял этим процессом, то есть я вообще не имел никакого отношения к зрителям. Меня это не интересовало. Была концепция даже сделать это просто без зрителя. Ну, потом давай немножко друзей позовем, и получилось 150 человек. То вторая концепция предполагала малое количество людей по той причине, что я хотел их поместить в перформанс. То есть в этот кокон творческий. И... Поэтому такое... Як, можливо, ну, я про себе просто цікавлюсь, як можна потрапити до шорт-лісту тих, хто буде, наприклад, під час наступного перформансу? Просто вовремя обратиться і забронировать себе місце. Я думаю, це... Соціальні мережі? Так. Да. Ну, в зависимості від того, яка це площадка, хто цим займається. В некоторих случаях можна зі мною вирішити цей вопрос, в некоторих случаях з організаторами. По-разному буває. Найближчим часом щось планується? Нічого я не планую. Я намагаюся повернутися к написанню картин, к рисунку. Ну, посмотрим, як це вийде. Не очень-то успішно це поки. І нам сложно планувати зараз щось. Ми зависимо від обстоятельств. Но ми розмишляємо, дышим, живемо. И поэтому, я надеюсь, какие-то возможности высказаться будут. Хочу вам потиснути руку. Дякую за цей ефір. Цікаво було з вами поспілкуватися і про перформанс. Я маю надію на те, що ми з вами ще поговоримо обов'язково, але дещо пізніше. Так, да, я надіюсь, предметно, так? Да? Обов'язково. А не просто ні о чем. Да як це, ну... Ні, коли касається творчих ідей, то це завжди дуже складно. В основному вруть люди. Ну, я мав надію, що сьогодні ви були відвертим, і цей ефір вам також був до вподоби, як і мені. Так, да, спасибо большое, було приємно. Ще раз тисну руку. Дякую вам, туди подивіться та поможіть всім. Бувайте.